Где, как не в театре, происходит главная магия. Особенно верят в чудеса дети. Именно для них актеры театра «Твит» подготовили спектакль «Волшебный сундучок Деда Мороза». Перед началом представления в фойе Дворца культуры юных гостей встречали сказочные персонажи. Участники праздничного мероприятия с удовольствием отгадывали загадки, пели песни, танцевали и водили хороводы. Погрузились в сказочную атмосферу и родители малышей. Да это просто великолепно. Детям очень нравится водить хороводы. Здесь очень забавно. Программа замечательная. Это очень интересно и познавательно. И для деток им нравятся и интерактивы замечательные, и на сцене когда тоже. Когда детки радуются все, они реагируют на каждую реплику. Это слышно. Актрисы театра «Твит» Ксения Жукова и Анна Степочкина в спектакле играют сестер-ведьмочек, дочек самой главной колдуньи сказки. Мы у Снегурочки забираем там сундучок, вот, и потом Леший начинает спасать Ивана. Иван потом со Снегурочкой они заводят до Мороза, вот, и потом Дед Мороз там посох приведи ведьму, и мы с мамой приходим. Ксения Жукова рассказывает, что это яркая театральная постановка, где зрители активно участвуют в сюжете. Наш спектакль интересен тем, что в нем очень много интерактива, то есть именно работа с залом, со зрителем. Детки не сидят, как на некоторых спектаклях, просто там 40 минут молча, а с ними играют, и в ладоши хлопают, и танцуют, и загадки загадывают, отгадывают. То есть они полностью включены в процесс. У мальчишек и девчонок была прекрасная возможность подсказывать и помогать персонажам новогоднего спектакля. К нам приехал Дед Мороз. Внучку юную привез. Дети ждут ее подарка. Это девочка? Русалка! Кто-кто-кто? Снегурочка! Да, все верно! Затаив дыхание, юные зрители следили за чудесными перевоплощениями на сцене, за тем, как силы добра вновь и вновь побеждают злые чары. И, конечно, особый восторг у детворы вызвало появление главного зимнего волшебника – Деда Мороза. С Новым годом всех, друзья! Будем праздник мы встречать, злые чары разгонять. Победить должно добро. Новый год стучит в окно. Желаю здоровья, подарков, любви вам! Спектакль получился веселым и по-настоящему волшебным. А те, кто не побывал на представлении, могут посмотреть телеверсию на нашем канале 12 и 14 января в 18:30. Этот Новый год встречаем очень дружно. Этот Новый год, он станет самым лучшим. Почему? Конечно, потому что будем вместе эту песню петь. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.